Всем привет! С вами канал Стофит, и я ваш любимый Санечка. Мы с Марихуанушкой после обеда, где-то часа в два, выехали за морожкой, пособирать морожку и сразу же порыбачить. Приехали на наше любимое озеро Окуневое, а до него собирали морожку. Ну, если быть точнее, я не собирал, Мариха собирала. Вот. И Мариха вот тащит уже окушка. Вот они какие у нас тут. Даже это щучка у нас, это не окунь. Щучка! Маленькая щучка. Сейчас Мариха ее отцепит и отпустит. Пускай родная растет. Мариха щук боится, поэтому пускай работает. Маленькая. Молочная щучка. Вот она какая. Вот она маленькая. Я ее отпускаю. У нас сегодня прохладно. 10 градусов на улице. Лето закончилось у нас. Все. Уже близится к осени. Но рыбка ловится. И это нас радует. Травы много, вы сами, наверное, видите. Мариха старается сейчас всю траву повыдергивает, а потом мы будем спокойно рыбачить. Коридор сделаю, да? Опа. Вот они, окушка. Окушки здесь хорошие. До 500 грамм. От 200 до 500 грамм. Вот такие вот они родные. Во. Хорошие окушки. Нравятся. Вкусные. Ничем не воняют. А какие из них котлетки. О! Котлетки делает только Санечка. Молодец. Марихуана не помогает Санечке. Вообще не помогает. Кушаю. А, ну да. Она у меня только кушает. Но всем нравится. Это хорошо. Что хотя бы едят. Это уже здорово. Кидаем в одну в одну точку. Опа! А как они колбасятся. Вот он, родной. Смотрите, какой. О, красавец. Опа. Ох, какой красавец. Опа. И я поймал тоже. Что-то один Санечка ловит, а Марихуанушка не ловит. Красавцы. Красавцы. Вот так надо ездить на рыбалку. Ты ловишь, муж снимает. О-о-о. Жизнь удалась. А каково мужьям-то? Ты вот про них не подумала? Я наловлю, ты котлет наделаешь. О, слышали, да? Она наловит, а я буду страдать, котлеты делать. А ну-ка их там еще. Ой, о, прям, о! Ничего себе! О, видите, и несет ко мне, не хочет снимать. Видите, что творится? Ну, вот так вот нехотя, нехотя. Вон уже десяточек будет. О, разошлась. Ой. Сейчас Марихуанушка вам покажет, как она сама будет снимать окуня. Ну, не знаю, не знаю, как вы хотите. Ну, отпусти, если хочешь. Мариш, думай. Смотрите, что вытворяет. Смотрите. Это вот я пришел. Ой, ой, ой.
Видите, я пришел, и у нее поперло. Сейчас она сама снимет, сама в садок положит. Зачем ты вот это вот снимаешь? Вот она. Вот такие вот окушки. Опа, 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 опа. Ой, вообще рядышком. Вот так вот ловят на севере крупную рыбу, крупную. Заглотил по самую задницу или передницу. По крайнему, и мы будем собираться домой. Все. Мариха будет у меня собирать морожку. Он закидывает далеко, и сейчас он вытаскивает окуня. Щуку? Ну, щуку навряд ли, конечно, а вот окуня точно вытащит. Сколько, спорю? Что на сколько? Щуку. Оп, оп, смотрите, видите, да? Вот он, дорогой, идет ко мне. Ой, ты мой, буль. Проводочка или про пиво? Проводочка. О! Вот он какой красавец!